Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас приветствовать в нашей волшебной мастерской. Ребята, и сегодня вам предлагаю выполнить вот такую вот замечательную поделочку, которая выполнена в технике оригами. Оригами – это техника складывания из бумаги с помощью подручных материалов. Ребята, а для изготовления нашей собачки нам понадобится квадрат из белой бумаги. Вы можете взять любой размер в зависимости от того, какого размера вы хотите, чтобы получилась наша собачка. У меня квадрат 20 на 20 сантиметров. Ножницы, две полосочки цветной бумаги черного и красного цвета, клей-карандаш и фломастеры. Ребята, для начала мы возьмем наш квадрат и свернем его по диагонали, чтобы у нас получился треугольник. Линии сгиба хорошо прорабатывайте. Вот у нас получился вот такой замечательный треугольник. Далее мы должны сделать нашей собачке ушки. Чтобы они были симметричные, давайте сложим наш треугольничек на две одинаковые половиночки. И мы увидим середину. Таким образом. Теперь мы можем проработать и сделать наши ушки. Наши ушки должны, линия сгиба должна быть где-то посередине от нашего основания. И кончик где-то на сантиметр должен выходить за крайнюю линию. Таким же образом мы делаем второе ушко. Вот таким образом, ребята, уже видно, что у нас получается мордочка собачки. Дальше. Нижний уголочек мы заворачиваем вверх. Это будет наша мордочка. Вот такая красота, ребята, у нас получается. Дальше мы должны нашей собачке сделать язычок. Для этого мы берем полоску цветной бумаги красного цвета и параллельно крайней линии делаем разрез. Снизу мы закругляем и делаем вот такую вот улыбочку. Наш язычок готов. Осталось только приклеить его нашей собачке. На край язычка мы наносим клей-карандаш и приклеиваем к внутренней части нашей мордочки. Так, далее мы возьмем фломастер черного цвета и нарисуем нашей собачке носик. Носик у нас будет в виде кружочка, закрашенного внутри. И дорисуем глазки. Глазки я сделаю зрачки черные. Черные кружочки у нашей собачки. Старайтесь, чтобы по размеру два глазика были одинаковые. И вокруг зрачков проведем синим фломастером. Ну все, ребята, наша собачка готова. Вот такая она у нас красивая получилась. Я рада, что вы со мной сегодня потрудились. И очень сильно буду вас ждать на следующем занятии. Всем пока-пока!